Здорово, маленькая. Миша, видишь, я сделал прямой эфир. Это мальчик, который постоянно подходит и просит у меня 10 копеек. А я ему все время отвечаю. Миша, может, тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? О, Миша, это ты мне принес конфет? Так, в гостиную, что ж ты пока... Можешь одну дать? Молодец, а я дам твоей маленькой. На. Ой. Тихо, тихо, тихо. А кому? Ты бы сам дал. Молодец, Миша, наш человек. Все, пошли. Все. Миша.